однажды заметил, что детям не хватает живого времяпрепровождения, рассказывает создатель «Игр нашего двора», многодетный отец Виталий Кузьмин. Так родилась идея семейного проекта. Сегодня о нем знают по всему округу. Теперь праздник пришел и к звенигородцам. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучше. А игры на свежем воздухе с собственными детьми всегда развивают их. Они показывают, что интересные игры не только на компьютере. Это помогает им улучшать физическое состояние, даже умственное. Поэтому, конечно же, поддержка на родителей в этом плане очень сильная. Участников ждали разнообразные активности. Для любителей посоревноваться – перетягивание каната и бег в мешках. Для творческих натур – рисование яркими красками на снегу. Здесь у нас круто. Здесь мы перетягиваем канат. Очень было тяжело, кстати. Игры нашего двора – отличная возможность провести время на свежем воздухе в кругу близких. Мимо такого действа пройти невозможно. Даже взрослые сразу погружаются в мир радости и веселья, на время возвращаясь в свое детство. Зашли вот за этот большой дом, смотрим, тут уже целый хороводик. Пришел, а я вообще по жизни спортом занимаюсь. И смотрю, моя внучка с этой стороны ее уже перетягивает. Я решил ей помочь. И получил здорово, я разогрелся. Получил положительных эмоций куча. Более 200 человек смогли принять участие в празднике. На память детям подарили сувениры с символикой проекта «Игры нашего двора». А самая активная семья получила приз – набор для рисования по номерам. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».